традиция это когда в доме есть какое-то правило. Обряды это когда люди не были были глупыми, и, к примеру, Богу, чтобы урожай был, они козочку давали ему. Обряд это когда люди, которые знают магию, делают что-то магическое. Обряды, ну это, например, есть на Новый год такие обряды. Суженого ряженого вызывают. Еще гадают. Традиция это когда отлично ведут и всех слушают, и когда спокойно и когда телек смотрят спокойно. Традиция это когда мы должны вспоминать, что мы тогда делали и делать сейчас. Это как это значит, что ты это обязан делать какой-то день. Мы куда-то ходим гулять, в студию ходим. Ну. Можно заканчивать, я устаю начинать. Традиция это, например, как праздновать Новый год, Пасху. Это традиция уже. Если с прошедшего поколения и до нашего поколения это уже все празднуют, это уже считается как традиция. Это уже один вопрос остался.